Но один вид тюленей пользуется репутацией безжалостного зверя. Он правит в своем холодном царстве с неожиданной жестокостью. Морской леопард. Это единственный тюлень, питающийся преимущественно теплокровной добычей. Охотясь, он заплывает далеко на север, до самого побережья Южной Америки, Африки и Австралии. Но его истинный дом — воды Антарктики. Пингвины входят в число его любимых блюд. Когда их много, они составляют более 80% его рациона. Морской леопард не уходит далеко на поиски пищи. Этот охотник-одиночка остается на небольшой территории. Некоторые следят за одной и той же колонией пингвинов, убивая в среднем 5 птиц в день. Пингвины находят убежище на плавучих льдинах. Но они тоже охотники. Поэтому в итоге им приходится заходить в воду, чтобы поймать рыбу. Морской леопард может и потерпеть. Морской леопард весом 450 килограммов более быстрый и сильный пловец. Он преследует пингвинов со скоростью до 38 километров в час. Но пингвины более проворны. Они быстро разворачиваются на 180 градусов и действуют группами, создавая неразбериху. Пингвины, не способные перехитрить морского леопарда, сталкиваются с его смертельно опасными челюстями. Клыки в 2,5 сантиметра пронзают плоть, помогая кромсать и разрывать пингвина на части. Но морской леопард охотится не только в воде. Он залезает на льдины и загоняет преследуемого зверя в угол. Пингвин, пойманный в ловушку на шероховатом снегу, легкая добыча. Но и в этот момент он прибегает к последнему трюку. Он притворяется мертвым, чтобы его больше не выкапывали из снега. Когда морской леопард ослабляет хватку, чтобы ухватить жертву поудобнее, птица быстро убегает. Но часто неожиданные нападения морского леопарда заканчиваются по-другому.